Ресторан La Cafe de Beauty, творческая студия позитивного мышления, сила позитивной мысли, Татьяна Салмановна, Maktoum Saifuddin. Сейчас приготовила себе такой поздний завтрак, как в Париже, кушаю. Сейчас я засняла небольшое видео, открываю мою страницу ВКонтакте. И вот сейчас еще заварю кофе. Сейчас я загружу, поставлю загружаться. А, кстати, Дима мне ответил. Я спросила у Димы. Не смотрел. Я напишу, я загрузила некоторые ее видео сюда. Сюда, на мою страницу. Сейчас поставлю загружать мое видео, которое я только что засняла. Конечно, что вам хочу сказать, дорогие друзья. Как говорит Наталья Правдина, всегда нужно выглядеть на миллион. Я бы сказала, даже на миллиард, вот, и, конечно, показывать, знаете, мне надо было, конечно, душ принять, знаете, надо было мне душ принять, знаете, я как-то вот это вот. А так, в принципе, я встала, оделась, завтрак приготовила, здесь это стол протерла, посуду, часть посуды помыла, овощи помыла, в общем, приготовила себе, в общем, на самом деле, такой завтрак, как в Париже, сделала, чтобы это красиво, овощи, фрукты у меня на столе, чтобы это, знаете, чтобы красиво для съемочки это все я так положила. Вот, а надо было, конечно, в первую очередь заниматься своей внешностью, краситься, одеваться, показывать себя на миллион. Это если вы хотите с кем-то переписываться, особенно, знаете, ну и для себя, так что вот. Кстати, наверное, от этого много что зависит. Ну, в общем, как-то вот так. Ну, у меня, знаете, Life Journal заснят, знаете, я, как говорится, в общем, что там, из Петергофа, в общем, по-разному я на видео там, что и зима, и холод был, в общем, вы поняли, да, и в Эллинге без этого, без электричества. Так что, знаете, на моем Life Journal там загружено 7000 видео. Так что показывать себя, знаете, что я такая вот эта, вот такая мисс Вселенная. Хотя нужно, знаете, нужно, короче, конечно, надо было, знаете, уже, знаете, когда себя уже вот так вот, как Ирина Степанов, знаете, я вот в фильме вчера тоже сколько там серий посмотрела, все это пересматриваю сериал, смотрю, как это играет эта актриса в сериале «Между нами девочками». Так что вот завтраку, сначала ванну, она, понимаете, вот эта одежда, какая у нее еще, какая красивая одежда, шляпки, макияж, в ее 60 лет, понимаете, а потом уже к завтраку. Так что вот. Сейчас Татьяна Салмановна вам расскажет. Сейчас видео загружается, сейчас я заварю. Татьяна Салмановна, сейчас это будет остывать, макарошки будут остывать, потому что я сейчас буду кушать, в общем, кушать подключу на зарядочку, видео на зарядочку. Видео на зарядочку поставлю. Солнышко шикарное, хорошее солнышко. Поэтому, конечно, вот так вот. Сейчас ручки помою. Видео загружается, пошло загружаться, да? Ну, правда, не очень. Как-то оно медленно пошло загружаться. Наверное, лучше надо на мою эту, на мой канал YouTube. Так, ручки сейчас помою. Конечно, у меня, знаете, уборки, знаете, полы опять нужно мыть, посуду надо мыть, полы мыть, в общем, понимаете, да, и постельное белье стирать. Уборки, наверное, на 2 дня. Уборки на 2 дня. Ну что, он еще плохо пошло это видео. Так, сейчас ту лампочку. Сейчас выключу вот этот свет, потому что это немножко
Татьяна Салмановна, в общем, остывает. Макарошки уже остывают. Хорошо, здесь она надолго будет загружаться. Значит, на канал Ютуба сейчас я поставлю загружаться. Сейчас посмотрим, что Дима тут написал. Сейчас еще чайничек подогрею. Сейчас. А, мысль какая, Татьяна Салмановна, сейчас мысль-то надо. Я хотела этот сериал «Между нами девочками». Хватило одного дня, как енота полоскуна. Когда ее отправили на пенсию, как енот полоскун, она один день приготовила завтрак на семью, встала рано, предложила там пастирушки сделала. Как успехи? Телефон на творческой студии вы опубликовали, звонят. Да. Звонит и днем, и ночью один телефон. Телефон на 10. Мужчина и шаком. И больше никто. Так что вот, Дима, я вам написала в 13:53. Так что вот. В общем, что, я хочу порассуждать на такую тему, вы же хотите, мы с вами это, сейчас идет, да, в общем, запись, так, показывает. Просто порассуждать, понимаете, такая мотивация. Я помню, как, знаете, в Эллинге, у меня, знаете, даже вот это, думаю, это чтобы там помыться, нужно воду нагреть, котел там, этот F1 не работает. А, нет, мне тогда надо было шнур тащить, в общем, через лестницу первого этажа на второй. Думаю, помыться надо с такими сложностями. Ирфан позвонил, что должен был приехать. Какая мотивация была? Как Татьяна Салмановна забегала? С первого на четвертый этаж. Вот это была мотивация, понимаете? Когда я подумала, что такой красивый мужчина приедет и увидит меня, знаете, как я засняла здесь вот это на видео, которое сейчас буду вам загружать. Вот Татьяна Салмановна, сразу возникла такая мотивация. Я подумала, нужно срочно мыться, одеваться, в общем, выглядеть на миллион или на миллиард. Это шнур тянуть, воды нагреть, понимаете, там это не работает электричество, нужно это через первый-второй этаж протянуть, вы поняли, да? Понимаете, чтобы это бойлер воды нагрел, вот это какие-то вот эти вот, ох, ну да. Вот как я сейчас вам загружу видео, понимаете, ну, в общем, конечно, в общем, что сказать. Что вам сказать, дорогие друзья, мы просто обсуждаем, делюсь некоторыми своими секретами. Так я сейчас обсудим этот фильм «Между нами девочкой» и Радю Степановну. Ничего он не говорит, ничего не говорит. Иногда шлет смс, иногда хрюкает, иногда гавкает. А по поводу Ишака он мне написал смс. Так что вот. Так что вот, Татьяна Салмановна, в общем, макарошки, ну, теперь будет такой салатик. Были такие горячие макарошки, с соевым мясом, теперь вот Татьяна Салмановна просто организовался фирменный ее салат.
Сейчас она размешает эти помидорку, огурчик, просто с этими, с макарошками альденте, с соевым, вот этим. Сейчас налью себе кофе. Сливочек у меня нету, просто кофе, тогда он не очень этот крепкий. Сейчас налью не очень крепкий кофе. Вот. Так что вот, что я хотела сказать про Раиду Степановну. Обратите внимание, просто я сделала вывод. Я никогда не смотрела столько фильмов, столько раз. А нет, может быть, я смотрела фильм «Чародеи». Знаете, такие классики. Классика советских фильмов, фильм «Чародеи». Вот этот вот, что там, «С легким паром». И, в общем, на самом деле, сериал. Некоторые серии пересматриваю. Вот. И, в общем, честно говоря... ну что сказать, и Раде Степановне, когда ее отправили на пенсию с филармонии, хватило один день, она, как она говорит, как енот полоскун, она там постирала, вот, и ей так понравилось, она такая песни поет, по квартире ходит, постирала вещи, развесила, это всего лишь в одной серии показано, что там кто-то что-то стирает в этой семье, вот, ей хватило полдня. И то она не скучала. Вы знаете, к ней вот это, а как там ее этот аккомпаниатор, который там на этом, как называется, ее этот френд пришел. То есть она не скучала. Так что вот. В один день она приготовила завтрак. Вот, когда я пошла на пенсию, съездила на рынок за мясом. Удивилась, что мясо столько. Она даже не знала, сколько там мяса, по какой цене покупать. Она позвонила дочке, она была как-то вообще не в курсах. Чувствуется, что первый раз она пришла на рынок, а так, знаете, как-то все вот это было готово и как-то вот это. Вместо этого они купили рыбу, в общем, вы поняли, это только в одной серии это показано. Вот, я не знаю, загружала вам или нет. Один день она приготовила завтрак на всю семью и все. Потом она, знаете, стала, знаете, как там, халтурой в ресторанах, ученики, и показано, что она уже не стала больше заниматься этими завтраками, не как бы не быть енотом полоскуном, не стирать на кого-то. Она, в общем, показана, что в принципе на этом все было, как говорится, как начато в один день, так и закончено. Вот это вот домохозяйка сказала, что вот пошла на пенсию, теперь буду весь дом на мне, но она вот так вот сказала, ну и все. А потом все вернулось на круги своя. Вот, ее эти френды. И ее, понимаете, шляпки, наряды, какой там завтрак, в общем, она себя с утра встает, в ванну идет, себя наряжает, как бы на макияже, на помаде, на косметике, шляпка. Каждый день она одета как в оперный театр, такая, знаете, дива шансона, не шансона, а дива этого, как там называется, ну, этот, романс, дива романсов. К ней там каждый день аккомпаниатор, знаете, там с двумя френдами, она с этими мужчинами общается, каждый день там это вот, на дачу, там вот это, ну, какие-то там типа концерты, там что-то там такое. А, потом там, я вам потом расскажу, там же потом, как бы, она должность получила в этой филармонии, потому что она вышла замуж за этого мужчину, а его назначили там, ну, вы поняли, да, то есть это история, я вам еще расскажу. Так что вот. Понимаете, это к чему Татьяна Салмановна хочет сказать? Татьяна Салмановна, да лучше вот к завтраку, в общем, кушать, вот. А понимаете, такая мотивация. Мотивация не встать спортивной там или что там такое, вот это одеть попроще, драить полы, готовить завтрак, потом обед, потом ужин, потом это всю эту посуду помыть, пыль стереть, все пропылесосить, на всех это, не знаю, одежду постирать, знаете, вот это вот... эти, как там называется, постельное белье постирать. Представляете, сколько работы по дому? В этом фильме показана семья из трех, скажем так, девушек. Это Раида Степановна, ее дочка и внучка. Одна работает и учится, как говорится, дочка ее работает, и Раида Степановна тоже занята, вся на макияже, на шляпках.
там не показано, кто у них это, у них как бы это само. А иногда показано, что да, они там вот делают ужин. И такой, в принципе, у них такой каждый день такой шикарный ужин, такой вот, знаете, вот такой вот. Показано, что они любят чистоту. Вот. Сейчас на мой канал YouTube загружу мое видео. Но все там пущено. Я даже не поняла, кто у них там убирается в квартире, пыль стирает. То есть там так вот показано, что они все при деле, никто этим не занимается. Вы поняли, да? Такое чувство, что это все делается само. Квартира большая, уборки много. Так что вот. Обратите внимание, как она в свой день рождения улыбается и по-актерски флиртует с женихом своей дочки, с Левандовским. У нее говорит, Ирина Степановна, у нее день рождения был. Сегодня все для вас, любой ваш каприз. Подвозит ее там куда-то на машине. Также она говорит, что женщина, несмотря на свой возраст, сколько раз ей по 18 лет, должна всегда выглядеть на 18. И едет там в салон причесок, совершенно с нормальной прической, чтобы сделать еще прическу. Но самое интересное, вы посмотрите на ее мимику, я потом загружу. Когда он вот так вот ей сказал, потом на своей машине ее подвозит, когда он ей сказал любой каприз сегодня, вот, как она стала улыбаться, не то что флиртовать, это у нее такое профессиональное, как у актрисы. Такая радость, понимаете, она выразила такую радость на лице, понимаете, радость, и в общем, что за ней, понимаете, вот так вот... Любой каприз, цветы подарили, подарки подарили, круиз на яхте. И вообще она такая, когда этот Левандовский с подарками, она их готова принять, а дочка ей все отказывается. Чтобы там для ее дочки фотоаппарат или еще что-то, чтобы в квартире они там пожили. А Ирина Степановна наоборот. Знаете, как она? Увидит цветы, ой, да, сразу расплывается в улыбке. И сразу видно, что она так благодарна за эти цветы, что она так рада цветам. Обратите внимание, когда пришел с дорогим фотоаппаратом, ее дочка стала отказываться, что мы не можем принять, это дорого. Она сразу... Знаете, чтобы Таня отдала фотоаппарат, она сразу говорит, о, лесенька, давай в комнату, закрыла. Ну, то есть, короче, ее так это в комнату, и ему такая говорит, ой, да, так, ой, спасибо, спасибо, мы так это благодарны. Ей он органайзер подарил. Вряд ли, наверное, бывают такие начальники отдела снабжения, да, у нее дочка работает. Понимая, что, правда, это какой дом, посмотрите, какой у него умный дом, какой он богат, что ему фотоаппарат купить? Ему ничего не стоит фотоаппарат купить. С другой стороны, может быть, ее дочка думает, что потом он будет ее попрекать этими подарками, что он тратил, что и покупал.
Если он будет ее попрекать, так он, она тогда вот накупила там, он ей дал эту карту банковскую, она там накупила на сколько-то там тысячу долларов себе нарядов, думала, что это все в рублях. Так что если будет ее попрекать там ее там какими-то покупками, хотя она там почти покупок никаких не делает. Я вот думаю, может быть, он ее выбрал, потому что она такая скромная. Ну, то, что скромная. А такая, знаете, вот это. Подарков особо не просит. Дорогих. Хотя нет, вряд ли. А что ему там? Годы жизни тратит и время тратит. На какую-то ерунду, правда? Я вот все всматриваюсь, как она, а как она вот в этом ресторане там плясала, пела, там генерал, как она потом вернулась такая с утра, такая подвыпившая вообще. Это вообще просто хит был. Для генералов пела и говорила, что они что-то там не подрались, что кто будет ее провожать до дома. Вы понимаете, да? А еще она сказала, что там до утра они зал продлили. Она говорит, в общем, Ленка, у генералов такие шутки, говорит, я, как говорится, пела и краснела. Вот жалко, Татьяна Салмановна вам не засняла по рации. Я однажды слышала, как разговаривают гаишники между собой по рации. Несколько минут. И она на минуту слушала. Была включена гаишная рация. Я не знаю, может быть, им, короче, вставит за это дело, если Татьяна Салмановна скажет такое. Татьяна Салмановна еще сценарист. Так что вот, имейте в виду. А может быть, так кто пошутил, я не знаю. Если Татьяна Салмановна скажет, им там это как вставит этим гаишникам. Это в сценарий Татьяна Салмановна включит. Так что вот, рация эта гаишная была включена. Между какой-то информацией, что они хотели кому-то сказать, вы поняли, да? Между какой-то информацией. Я еще кушаю. Там был сплошной мат. Через слово. Это когда большая пробка была из-за аварии, из-за нескольких аварий на дамбе. Татьяна Салмановна опоздала на судебное заседание на 2 часа. Потому что там случилась авария, вертолеты прилетали. Когда я выехала, подумала, что ехать надо на судебное заседание, как человек ответственный. А потом я когда подумала, что я, если эту суку увижу на этом судебном заседании, я подумала, что везу документы, лучше я им документы отдам, пусть читают.
Хотя, конечно, летом сидеть в машине, знаете, на этом, на дамбе, это дамба или что-нибудь? Ну, дамба, да. Вот этот мост, знаете, какая, знаете, на дамбе, знаете, такой большой-большой мост. На выезде из Петергофа, в Санкт-Петербург. Там, знаете, когда на выезде, там все справа, еще подводная лодка какая-то, как же она называлась, знаете, когда был, знаете, вот этот вот, Дым Москвы флота, там еще корабль стоял, и подводная лодка, по-моему, была. Очень кушаем. В общем, не будем на негатив отвлекаться. Видео уже загружается. В общем, кушаем макарошки. Вам тут хорошо? Ну, сейчас вам еще покажу. Кушаем макарошки. Татьяна Салмана себя еще крупным планом покажет. Ну да, крупным планом. А то они скажут, а кто это вообще говорит, вообще кто это? Это я была Александровой Татьяной Юрьевной. Так что вот. Я официально поменяла мое имя, отчество, фамилию. Татьяна Салмана Мактум Сайфуддин в 2018 году. Я вот заснимаю мой лайф, ну и лайф джорнал. Сейчас у меня творческая студия позитивного мышления. В моей квартире делают специальные такие интерьеры, обстановку. Еще коллекционером я являюсь, так что вот. Люблю красоту. Все кушаю. Здесь у меня специально так сделано, здесь картина поставлена, специально сделана, и как бы, ну, в принципе, у меня здесь сделана, конечно, обстановочка, это кофе на миллиард, в общем, все такое, все шикардотное, чтобы так красиво было, кофе на миллиард, вот. Чтобы не себя показывать крупным планом, а здесь уже показывать, на самом деле, по интернету что-то интересное рассказывать, и, в общем, кушать в таком режиме. Что я кушаю по интернету, что-то такое интересное показываю, понимаете, там же самые дорогие десерты в мире, там эти, а можно сейчас яхты засмотреть, самые дорогие яхты в мире. Так вот, это в зале судебного заседания, когда приехали, мне сказали, что я документы, которые если я привезла, что я их отдала в канцелярию. А там то ли обед, то ли очередь была. А еще я спросила, был ли на заседании Александр Сергей Юрьевич. Вроде она мне сказала, что не было его. По почте это пришлось отправлять. Я подумала, что даже по почте. Так вот приедешь, принимать там обед или куча народа и стой в этой канцелярии. А я им обычно отправляла заказными. Заказными, с описью вложения, по почте. То что вот. Самый надежный метод. А если на почте не будет много народу?
А что вы думаете, столько видео, такой лайф-журнал засняла, 20 тысяч видео засняла. Занимаюсь позитивным мышлением с 2002 года, в настоящее время. А творческая студия, позитивная, посмотрите, какие у меня позитивные видео хорошие. Так что вот. А он, сука, решил меня позорить, понимаете? А у меня высшее юридическое образование, вы понимаете? Можно долго на пальцах что-то объяснять, понимаете? Вот долго на пальцах, можно что-то долго объяснять. Ну вы поняли, да? Так показываешь подборочку своих видео творческой студии позитивного мышления, сразу все понятно становится. Что специалист в области позитивной психологии. Творческая студия позитивного мышления. Видео у меня уже загрузилось. Сейчас я буду это видео загружать на мою страницу ВКонтакте и Фейсбука. Я сейчас забрендировала. Загрузила это видео сейчас на мою страницу ВКонтакте. Татьяна Салмановна через дефис Maktoum Science 1 через дефис пишется это на русском языке. Сейчас я это видео пошлю Диме. Также моим френдам. Вот кто он тут во френдах, сейчас я пошлю. Вот Диме Егорову. Обратите внимание, посылаю. Раз они у меня во френдах, значит они интересуются моим творчеством. Так что вот. Принцу Хамдану. Принцу Гарри. Пишет Дима мне, что это вам заблокировать надо с Ишаком. Так, Дима, а я не знаю, как это...
выходить на улицу. Вот. Выходить на улицу из моей квартиры. Я не знаю, как заблокировать этот номер у мужика, который вот это звонит, вот это вот. Я не знаю, как это как блокируется. Я никогда не блокировала номера. Татьяна Салмановна лишних кнопок предпочитает не нажимать. Как на компьютере, как на телефоне, как-то у меня работает, работает. Где минус страницу сейчас посмотрим? Идет его фотографии. Или даже видео какое-то есть. Смотрите, по-моему, видео даже есть. Нет, это фото. Посмотрим фото, а видеозаписи, а это фотографии. Загружаю мой LabJournal, помимо моего... Или просто одно фото, не открывается, вот это. Ой, даже есть интересные. Смотрите, вот интересное фото. Смотрим. Вам видно? Вот у Димы, наверное, купался, смотрите, с пацанами. Дима ездил купаться, вам видно? Смотрите, пацаны. У меня сын фильма. А здесь вон вот в этой вот, наверное, как это называется, военной форме. А так у нас, ну, в тельняшке, даже не знаю, в тельняшке. Тельняшка это ВДВ, как там, ВДВ, я даже не знаю, как это, как называется. А нет, не, вообще нет, тельняшка должна к этим морским, каким-то морским. О, тут смотрите, с девушками сейчас засмотрим, будем смотреть его с девушками. Может, это не понравится, что буду кому-то это показывать. Вам видно? Тут что-то такое вот это отмечают. Ну, раз выложено в интернете, значит, можно, наверное, смотреть, а что? Ну, правда? Выложено. Вот, смотри, с двумя девушками симпатичными. Одна блондинка, другая брюнетка. Вот, они здесь мой мальчик.
фотографий много. Сейчас, знаете, давайте посмотрим на даты фотографий, когда они загружены. Двенадцатая. А я же не поняла, что это за... Вот это вот. Как-то вот это вот. Что-то по поводу даты я не совсем поняла. И такая компания. Может быть, это вот один, вот такой он мне что присылает, такой рэпер, который рэп поет. Это что за фотография? Чуть куда-то делись, делись фотографии, куда они делись? Так что он еще написал? А зайти куда там? Вызовы. Зайти в вызовы, нажать и поддержать на этот номер. Высветится перечень, выбрать, заблокировать. Вот и все. А, ну ладно, я буду иметь в виду. В следующий раз я так и сделаю. Если оно как-то у меня высветится, я так и сделаю, потому что, в общем, как-то вот так. Вот смотрите, какая погодка, смотрите, какое солнышко. Надо будет пожарить баклажанчики, скоро пожарю баклажанчики. Свою картошечку или салат сделаю, пожарю баклажанчики. И на мой белку не позагорать. Потому что вы понимаете, ночью, конечно, 8 градусов, вам, кстати, нужно икру-то убрать. Вот я поставила для, как бы, для съемочки, еще не открывала эту банку икры. Вот так нужно убрать холодильничек. Так что вот. Вообще, хотела вам показать, я хотела сама, честно говоря, смотреть Наталью Борисовну Правде. Вот там чакра 3. А, знаете, что я еще хотела вам рассказать? Ох, ну да. Знаете, вот это вот, кто решил вообще раскрывать чакры и поднимать кундалини, сексуальную энергию, и, честно говоря, вот по манта куче. Как там? Как у него там называется? Микрокосмическая орбита. Кто решил крутить микрокосмическую орбиту и вообще раскрывать чакры по манту куче, и вообще, как Наталья Правдина говорит, про манипуру. Так что вот. Имейте в виду, хотя, может быть, знаете, чтобы это сделать, нужно потратить много лет. Мое такое мнение. Как мне сказала одна женщина много лет назад, что это могут делать где-то там, ну вот по типу, вот, знаете, я так вот кто очень сильно углублен вообще в эти темы и так далее, занимается такими
Понимаете, занимаете ли вы этими конфу или вообще, то есть это вот туда, к этим монастырям, к Шаолиню. Они там занимаются различными практиками и годами. Нет, она мне тогда сказала, что говорит, да, могут. Ну могут вот те. Вы поняли, да? Я не помню, как она точно назвала, но назвала, это я вам, знаете, как-то вот обобщаю по поводу Шаолиньского монастыря. Есть и другие наверняка какие-то такие места специальные, по типу Тибета, каких-нибудь там практикующих в Тибете. Кстати, надо сказать, посмотрите, там еще, знаете, ее медитация так интересно. Давайте посмотрим, как раз посмотрим. На моей странице аж вчера очень интересно написала. Я послушала ее это. Наталья Борисовна Правдина. Ее ролик на Ютубе. Потом я там даже посмотрела по поводу как бы ядра Земли и вообще Солнца, что собой Солнце представляет, как там National Geographic. Начала смотреть, поняла, что в общем какое-то там говорят очень много интересного. Да, из чего состоит Солнце, и вообще, то есть, насколько оно рассчитано, то есть, знаете, какие-то такие вот эти нюансы, что-то как бы, знаете, ближе к позитиву. Вот, я подумала, я всем, честно говоря, убрала эти ролики, видеоролики. А уж по поводу магмы Земли, так что вот, не знаю, я подумала присоединяться к ядру Земли, считать это Солнцем. Кто-то считает это преисподней, как-то она, ну, в общем, это у кого, наверное, у всех разные какие-то такие отношения к этому, ко всему. Вот, смотрите, Манипур, это часть, это я не полностью как бы написала, это я, знаете, слушая ее лекцию, тут кое-что написала. Манипура, энергетический взгляд, обращая к центру Земли, с ядром, дарует нам свою силу, свой огонь, погружение в себя, любимого, и полная трансформация. Может быть, здесь надо было дословно написать, потому что я так вот написала отчасти, как, знаете, вот тут недословно написано, тут надо полным текстом найти. Ну, внизу я ее видео опубликовал. Манипура чакра. Новая жизнь сияет, как звезда. Радостная, счастливая звезда, отражающая огонь солнца, лучи солнца, становимся все радостнее, все веселее. Манипура чакра, мы стремимся к солнцу, к огню, соединяем чакру Манипуру с лучами солнца. Мы призываем огонь жизни, чтобы горел в нас вечно. Манипура чакра, внутри мы зажигаем огонь внутри тела,
начинается движение, мы движемся в танце огня, мы движемся в солнечном танце, мы танцуем внутри. Просто когда она стала вот по поводу «танцую внутри», там еще что-то, Татьяна Салмановна как стала, знаете, вспоминать вообще на самом деле события. Сколько это было лет назад? Мне было 24, сейчас 49, очень много лет назад это было. Муладхара чакра у основания позвоночника, корень жизни. Оттуда поднимать кундалини, и затем энергия поднимается в манипуру чакру. А может быть кто-то это поймет вообще дословно, что у основания позвоночника это там, где копчик, знаете, вот эта чакра, там, где копчик, знаете? Наверное, те мастера, которые могут это делать, может копчик открыться, эта энергия как пойдет и пойдет таким потоком, знаете, вот этим вот. Сразу туда, в это, знаете, вот это вот, кундалини можно будет уже по микрокосмической орбите по этому манта-куче. Ну да, в общем, на самом деле... Так вообще интересно, интересно. Может быть, это обозначает, так вот здесь же может быть обозначает вечная жизнь. Значение санскрита манипура цвет желтый, сияющая драгоценность, планета Солнце и Марс. Благовоние активизирует чакру сандаловое дерево. Манипура – денежная чакра, сила и дисциплина, воля, влияние на других. Есть деньги, развита манипура, накопление, положение в обществе, уверенность. Нет денег, значит, она не развита. Ну, что, куда, знаете, как говорится, я просто подумала, если нет денег, значит, манипура не развита, в общем, здесь как-то что-то такое, что такое непонятное. Вот смотрите, мы стремимся к солнцу, к огню, соединяем чакру манипуру с лучами солнца. Мы призываем огонь жизни, чтобы горел в нас вечно. Вы поняли, да? У Татьяны Салмановны есть такие догадки. У Татьяны Салмановны большой такой опыт в каком-то таком, ну такой вот, знаете, мои такие философские изыскания на эту тему. Ну, можно сказать, что, в общем, вот это вот. Мое такое мнение. Вот иногда говорят, что там где-то вот на Тибете, или, в общем, какие-то где-то вот там, в Китае, были такие мастера, которые жили по 800 лет. Я вот не исключаю, что вот эти вот мастера, про которые пишут, которые... практиковали сексуальное кунг-фу много-много лет назад и жили по 800 лет. Они как раз где-нибудь там в Тибете, ну тогда, наверное, монастыре не было, или как там, в Тибете, вот открывали вот эту манипуру чакру. Так что вот. А когда она открывается, энергия кундалини, правда, очень сильно идет. И, судя по всему, вот это вот огонь жизни, чтобы горел в нас вечно. Уже такая, знаете, вот такая вот практика. Просто, судя по всему, вот эти китайские мастера, наверное, смогли такую вот чакру так сильно открыть. Этот огонь и вообще вот эта вот энергия кундалини так пошла,
что они прожили вечно, 800, ну не быть вечно, а вот 800 лет прожили. Там я в интернете была просто, это мои такие догадки, Я даже не исключаю, что они прожили 800 лет, вот когда открыли эту чакру, вот как выглядели, так они и выглядели 800 лет. Если они были в возрасте, они так в возрасте, ну, в таком возрасте примерно и остались. А может, они там что-то делали еще на омоложение. Если были среднего возраста, такими и оставались 800 лет. Это дедуктивный метод по Шерлоку Холмсу. Ну да. Только по поводу вот этой магмы или лавы, которая, знаете, вот это вот, здесь же, как говорят, вот это какое-то ядро земли, которое, знаете, если бывают вот эти вот вулканы, там это раскаленная магма, это, знаете, вот это вот, в ядре земли вот это. А с другой стороны, если посмотреть на Солнце, обратите внимание, потому что тоже показывают, что Солнце тоже состоит из чего-то там такого вот этого. Очень жаркое оно, Там же было сказано на видео, сколько оно градусов. Это просто вот это вот. Какого оно объема? Это такая интересная тема. Я бы ее считала такой более как-то философской и так далее. Вот. Такая интересная вообще тема. В мире вообще очень много всего такого интересного. А знаете, как оно называется? Мани-пура. А слово мани-мани. Мани. Очень интересно. И цвет желтый. Наверное, цвет все-таки больше золота. Сейчас я вам покажу мою страницу Фейсбука. Это моя страница. Я посылала ей это видео. Это мой разговор с Димой. Дима мне звонил по телефону. Было это уже, когда там, в каком году? Полтора года назад, когда он звонил. Это зимой было. Здесь, смотрите, я договорю, там на моем лайв-журнале я говорю дату, в общем, все там, там это нормально так. Ну что, Михаилу Маратовичу Фримену пошлем этот, это видео. Олегу Дерибаске. Мой компьютер уже показывает, что у меня мало это, на диске. Интересно, до сих пор это? Или
Или уже сбросила? Нет, не сбросила. Еще да, час. Час съемки. Показывала, что мало места на диске. Да. То же касается, конечно, понимаете, конечно, вот этих вот российских олигархов, знаете, вот это вот, знаете, заснимать себя как-то вот это вот, засылать вот это вот олигархам, знаете, такой завтрак, знаете, быть такой нечесанной к завтраку, понимаете, чтобы засылать, уже, знаете, светиться, понимаете, вот это только хорошее встретиться мне на пути, полуизъехеть, наполнить себя этими аффирмациями. Знаете, вот это вот, по Луизе Хей, по Наталье Правдиной, знаете, по Тони Робинсу, все это посмотреть. Я вам не советую смотреть Наталью Грейс. Это вы наполните себя, волшебный пендаль, понимаете, вот это вот. Понимаете, она такая какая-то вот мотивация, там, конечно, выложила эти видео. Решила, может быть, себя я как-то мотивирую. Я решила себя мотивировать Натальей Грейс волшебным пенделем на позитив. У меня такая система. Так что вот, я сегодня хотела целый день смотреть, думаю, сейчас я буду мою королевскую кровать и буду смотреть Наталью Грейс. Так что вот. Как она там говорит? Не надо вот это вот сидеть, подними свою жопу, короче, вот это, со стула, с дивана. И займись собой. Ну это я вам так, понимаете, как-то она так жестко так вот говорит. Я себя хотела вот так вот жестко мотивировать на позитив. Чтобы она вот этими видео, понимаете, волшебным пендалем, чтобы, знаете, вот это вот, подними свою жопу, понимаете, со стула, с дивана, понимаете, хватит смотреть уже десятый раз эту серию с Ираидой Степановной. Займись медитациями, столько медитаций, школа очарования, Наталья Правдина, эти Пол Луизи Хей, почитай книжку Сен-Жермена, у меня там еще в процессе изучения вот это вот. Что я тебе даст, если 10 раз уже посмотрела эту одну, вот эту, вот я там просматриваю, просто я что-то пристала к этому фильму. Смотрю, как она играет, это актерское мастерство. Я решила себя, знаете, этим волшебным пенделем, в общем, мотивировать по Наталье Грейс к позитиву. Интересно, правда? Просто если вы посмотрите все ее эти ролики, вы наполнитесь такой мужской энергией. Если будете свой ролик заснимать, вы будете тоже в мужских энергиях. А как вы понимаете, в каких энергиях такие бизнесмены крупные с этими миллиардами? Что, в женских, что ли, они энергиях? И будет вам по этой школе очарования, потом долго будете учиться. Когда получите волшебный пендель, долго будете учиться в школе очарования. Понимаете, как быть такой сладкой манкой, думать, а, это перышко, не знаю, как поймать, понимаете, нужно... Такое состояние входить. По Луизе Хей, по аффирмациям, знаете, такое только хорошее встретиться у меня на пути. Хотя Луизе Хей очень такая жесткая, не знаю, я, честно говоря, Луизе Хей особо тоже не советовала. Ну так, ее аффирмации почитать, вот, она как-то, не знаю. У нее книжки такие, ее жизненный опыт отложил, такой какой-то тяжесть на ее книжке. Это я точно знаю, 100%, даже к бабке не ходи. Но информацию почерпнуть можно там. Поэтому если заснимать это видео по Наталье Грейс, понимаете, вот это вот туда к этим, лезть туда к этим олигархам, понимаете, тут огонь, понимаете, это мужское, как она все спрашивала, чем это Наталья Правдина вам так нравится. И вот это вот. Понимаете, входить в такие состояния по школе очарования, знаете, как она говорит, вот. Перышко, вот кто последнее поймает, та вот может вот это изучать, а, я не знаю, как-то перышко, оно улетело, понимаете, вот это ио-ио, а я такая блондинка в шоколаде, как-то обеспечиваете меня, а, я не знаю, понимаете, знаете, быть такой умной, говорить, а, я не знаю, помогите, пришлите, подскажите, ну вы поняли, да, вот это вот. Ну вот я немножко так шучу, но, блин, она тоже это объясняет. Я не знаю, как это по этой перышко поймать, понимаете, такая мамка, сладкость, буду это принимать душ, в этих буду в оргазмических потоках, понимаете, вот это вот.
входить в другое состояние, женское, понимаете, в женские энергии. Она все у меня, Наталья Грейс, спрашивала, чем эта Наталья Правдина так нравится, вот это вот. Посмотрите, как она говорит, красиво, позитивно. А человек что хочет слышать? Он хочет, понимаете, как-то, знаете, нужно, если этого не слышишь, нужно как бы себе хорошее. Это тоже Наталья Правдина этому учит. И Луиза Хей тоже говорит, что я люблю себя, как к зеркалу подходить, вот эту вот энергию, энергетика. Настраивать себя на день, на успешный день, говорить себе комплименты. Любить себя. Себя не полюбишь, кто тебя полюбит? Целая наука, целая система. Говорить себе комплименты, научиться другим говорить комплименты. Хорошее. Говорить хорошее. Вы думаете, что кто-нибудь хочет слушать что-то плохое? Поэтому там в школе очарования не учат, понимаете, когда он в огне, его, знаете, водой надо, понимаете, такая вот эта вот. Но с другой стороны, когда вот тебя такая перышко поймать не может, такая вся эта блондинка, йо-йо. Такая хобби, а что такое хобби, а я не знаю. Понимаете, вот сделать продукт, заснять видео, еще себя продвинуть, понимаете, защитить, понимаете, это вот все это в одном. Это, конечно, должны быть большие таланты. Там, судя по всему, когда, знаете, вот это огонь на огонь, получается пламя. А это значит, что такое отрицательное? Значит, нет. Вы поняли, да? В этом смысле. Значит, что такое не понравится, что-то не нравится. И что-то, ну вы поняли, да? Значит, ответа не будет. Я не призываю быть вас как Мерлин Монро, но помните все эти волосы, там Мерлин Монро, вы понимаете, как она, вот знаете, какая она в этих фильмах, такая вся, типа вот такая блондинка, помогите мне. И, конечно, когда она там поет в таком платье, такая, обратите внимание, сколько этих поклонников, все такие, знаете, она же вот в фильме там показана. Она умела даже рассмотреть в этом зале этих мужчин, у кого в кармане лежит для нее бриллианты, понимаете? У нее был талант в фильме. Понимаете, настолько она была вот такая, я такая вся блондинка, хочу бриллианты. И в фильме показано, там ее подружка говорит, у тебя такая вообще способность увидеть, знаете, вот у того, у кого лежат бриллианты для нее в подарок, в кармане. Понимаете? Так что вот. Интересно, кстати, надо будет пересматривать эти фильмы, вот этой Мерлин Монро. Она так интересно играет в этих фильмах. У нее такие, я несколько всего фильмов смотрела. Из роли в роль, в принципе, одно и то же. Другой вопрос, была ли она счастлива, понимаете, но она была, знаете, богатая, известная, она снималась в таких ролях. У нее были свои какие-то недостатки и так далее. Я же вам говорила, я смотрела там
вот эту вот ютубер там, у нее куча была, у нее куча, знаете, она пришла из такой семьи, у нее была куча комплексов, она, знаете, у нее какая проблема была, она не любила себя, вот у нее, знаете что, она, несмотря на свою внешность, вот что, а мужчины понять не могли, несмотря на свою внешность, она не любила себя. Она не смогла полюбить себя, она ходила к психотерапевту, она не знала, что с этим делать, она не могла себя полюбить. Вот, это шло у нее с детства. Поэтому мужчины ей нравились только так. У нее был такой образ. У нее была куча комплексов из детства. Это вот там можно заютубить, посмотреть ее беседы с психоаналитиками, терапевтами. Так что вот. Но с другой стороны, видите, как она смогла сделать такой образ, добиться такого успеха, стать известной. Из простой девушки, знаете, вот такая вот она стала. В общем, мой этот канал Ютуба. Сейчас я его переключу на другой. Это вот у меня на английском этот канал Ютуба. Сейчас я переключу на другой канал мой Ютуб. У меня два канала Ютуба. В общей сложности там на двух каналах около 7000 видео. На каждом видео я еще записываю. Ну да, записываю. Вот здесь с кошками, обратите внимание, с кошками. Эти видео с кошками я смотрю, у меня здесь вот это, когда я переключаю, мне показывают эти видео с кошками. Смотрите, кот Вилли, кошка Анфиса и котик Арчи гуляют по альпийскому селу. ВКонтакте, немножко так долго открывается. 3 часа дня уже у нас. Сейчас это видео я загружаю. Кошки, как известно, находятся на слух. Сидит, слушает. Потом прыжу, раз, все. Вот мне с котиками, с этими кошками нравятся эти видео. Надо же, он так эти хорошие такие. Вот видите, кошка там пошла, у него коты теперь гуляют. А какой хвосты, какие хвосты? Какой-то вообще супер хвост у этой кошки. Вот так он заснимает эту кошку. Кошка, хвост у нее почти такой же, как сама кошка. Ну это ж надо. Вот смотрите, увидел кого-то и убежал к соседям. Это дом рядом с нами. Вот за живой изгородью наш дом. Эти котики. Ну тут показывают. Ну у него, конечно, породистые. Ну да, мейкуны какие-то. Эти породистые кошки у него, вон мейкуны. Это переключаем сейчас в другой мой канал Ютуба. Вот будут
рекламу, знаете, всякую гадость. Тут будут включать, какую-то рекламу показывать, понимаете, нервы портить. Сегодня картин будет гулять. Кот Вилли на чужой территории, Арчик с Анфисой вообще на поле. А я вам буду... Вот, смотри, другое видео, хитрющая Анфисия. О, смотрите, эти уточки, а нет, как называются эти, как называются, лебеди, да, лебеди? Ну вот они у меня просили, а потом пристали к рыбам. Вы видели, как он просил лебедь, за башмак его укусил? Ну так это вот, укусил, попросил, чтобы его покормил его. Наша задача будет внимательно наблюдать за Арчиком, Анфисой и котом Вилли. А задача котов будет сделать это наблюдение интересным. Вот будет Арчик, которого мы обидим в лучших чувствах. Анфиса, которая дрыхнет без задних ног. Ну и кот Вилли, который периодически организует... ...котовские совещания. Короче, будут все... Вся троица, вот Арчик, на фоне неба. А большая часть съемок будет в пасмурную погоду и ближе к вечеру. Поэтому, несмотря на август... Очень шикарные эти видео, хотя я их немножко смотрю, все не просматриваю. Все не просматриваю. Ну, очень интересует, понимаете, конечно, вот это вот. Меня интересует, почему он не снимает, понимаете, как-то вот... Там, да, как они сами по себе как бы ходят. Ну и то это хорошо, понимаете? И то хорошо. Это вот мой канал. Я, может быть, вот так вот открою. Сейчас вам покажу, можно, знаете, так вот показать. Сейчас мой другой канал Ютуба. Сейчас его открою, там где так видео так пойдут. Вот у меня окно открыто, солнышко немножко вот это. Ну, тело Салмана закаляется. Знаете, тело Салмана в меру закаляется. Вот мне показывают Уоррена Баффета. Ну да, Уоррена Баффета. Вот, смотрите, это мой канал Ютуба, который на русском. Сейчас вам мадам отрицает один. Здесь огромное количество видео. Там, сколько у меня на одном? Ну, по 3,5, на одном больше. Около 3,5 тысяч видео, точно сказать не могу. На одном, ну, примерно, да. Уже более чем 350 видео творческой студии позитивного мышления. На каждом видео я, с 2004 года по настоящее время, сегодня у нас 5 число, 5 сентября, 2021 год, 15 часов и 5 минут. Вообще, конечно, но я вот тогда еще подумала, нужно заснимать себя, знаете, такая вот, знаете, заснимать себя такой супер-супер красоткой, понимаете, какой-нибудь вот такой вот манкой, славкой, такой, в этой шляпке такой вот, вы поняли, да? Чтобы, знаете, сразу, знаете, такие видео, такая прям такая красивая. Я такая супер красотка. Знаете, как я себя вот в этой шляпке засняла. Кстати, какая такая, просто вот такая. Я компания. Да. Рекламирую творческую студию позитивного мышления, силы позитивной мысли. Это самое, кто там, также мои проекты. Вот такой вот проект, ресторан, красавица,
это огромное количество видео. Я на видео, вы что, сомневаетесь, что ли? Огромное вообще. Больше 350, даже больше 350 видео было снято в рамках моей творческой студии «Позитивное мышление». Которое вы можете посмотреть на моей странице ВКонтакте. На русском языке пишется Татьяна Салмана, Дмитрий Зерфис, Мактон Сан-Эксудин, через Сурфи. Я здесь на каждом видео, я же вам говорю, вот это вот видео, вот открыли мой канал, я здесь на каждом видео, это я. Я просто немножко по-разному выгляжу, а так на каждом видео это я. Я не знаю вам, вот это вот, конкретно показывать, что это мое, я считаю, что это одно из самых, может быть, одно лучшее из моих лучших видео. На этом видео тоже я. Вот, это мое, у меня заснято 20 тысяч видео, это мое лучшее видео. Понимаете, я так думаю, чтобы получилось такое супер видео, надо было мне заснять 20 тысяч видео, 7 тысяч видео загрузить. Вы поняли, да? Просто у меня большой опыт, я же говорю, я писала мою книжку «Тайная психология денег. Это богатство и процветание» в Америке. Вот. В Америке писала книжку, и, в общем, у меня было такое полное погружение в позитивное мышление, вот, в позитив, и такое, знаете, вот это вот, чтобы заснять такие видео, знаете, я же вам говорю, это состояние VIP, знаете, по этому, как там, впитывать это энергию богатства, роскоши, по Джону Кеха, по Наталье Правдиной, это все вспомнить по Джеку Кэнфилду, расширять зону своего комфорта, понимаете, какая я себя окружаю роскошью, красотой, люблю красивое, обратите внимание, у меня обстановка, одежда, все такое вот это вот, так что вот. Вот такие вот дела. И также еще вот это видео одно, ну, я считаю, что, наверное, это лучше на 3 часа. Еще парочка видео, которые я постоянно перепубликовываю, также их еще раз публикую. Вот, тоже на этих видео я. Просто не надо путать. Одно дело здесь, понимаете, вот это вот накрашенное, макияж, одежда, а другое дело, ну, не знаю, там, вон там Наталья Правдина говорит, бегает 10 километров каждый день. Попробуйте ее заснять, она пробежит 10 километров, потом вы ее заснимете. Как она будет выглядеть? А потом экспортировать, а, это вот она там на этих шикарных видео или нет? Она там пробежалась там, понимаете, не знаю, там, не знаю, наверное, она уборкой не занимается. Если бы она, знаете, вот это вот, драила полы целый день, там, готовила, полы мыла, там, ванну намывала, там, я не знаю, там, в магазин сходила несколько раз. Понимаете, вот это вот. Я же вам через говорю, на каждом видео я, здесь на каждом видео я. Я снимаю только себя, я никого другого не заснимаю, тем более в моей творческой студии. Я заснимаю только себя. Потом мне больше и некого заснимать, кого я буду заснимать. Вот это одно из шикарнейших вот этих видео, как я вот красиво получилось. Сейчас я вам покажу. Просто, понимаете, я же еще раз говорю, там иногда, я же уже объясняла систему, где это было шикарнейшее видео, такая супер-супер. То есть у меня много супер-шикарных, посмотрите, на каждом видео я, кстати, я, знаете, очень нужно себя просматривать, вообще мой канал,
Смотрите, боже мой, сколько я сделала, и гордиться собой, Татьяна Салмановна. Вот, откроешь и посмотреть, потому что нужно гордиться собой, сколько сделано. Так что нужно принимать душ, красиво краситься, опять же, снимать красивые видео. Нет, знаете, нужно время, знаете, вот это вот насладиться. Слушай, я так столько сделала, а за лето сколько я сделала. Я ни разу даже так вот не просмотрела, что, знаете, вот так вот посмотреть, это какая красота. Вот это вот шикарное видео, вот тоже на этом видео я. Ресторан красоты La Cafe de Beauty. Так, что еще нужно, надо прибавить звук. Вот это я на видео. И моя эта картина. Вот она сзади стоит, эта картина. Сейчас она у меня здесь на гранд ресторане стоит. В своей одежде, как говорится, в этой картине. Смотрите, все это красиво сделано, бэкграунд красиво. Ну вот. Самое интересное, если спросить, хотят ли они быть преуспевающими, здоровыми, счастливыми, они ответят, конечно, а кто же не хочет? Получается, каждый хочет иметь такое желание, но в подсознательном уровне они не верят, что достойны этого. Их подсознание запрограммировано на нищету и зависимость. Сколько вам лет? Сколько лет вы создаете свой образ? 20, 30, 40 или более? Говоря о себе, кто вы и на что можете рассчитывать? Так, и также в шубе здесь есть супер шикарные вот эти вот в шубе. Это тоже я. Здесь на каждом видео я. Просто вам еще раз хочу показать. Вообще, на самом деле, мне нужно просматривать и, честно говоря, ну, в общем, и гордиться собой вообще, просматривать, сколько я сделала, особенно творческой студии позитивного мышления. Вот сегодня как раз 5 месяцев. 5 месяцев, наверное, одна из так вот, это, получается, да, апрель, май, июнь, июль, август, там, 5, да, май, июнь, июль, август, сентябрь. Да, сегодня ровно 5 месяцев. Моя творческая студия позитивного мышления. За 5 месяцев я засняла больше, чем 350 видео, сюда их загрузила. А здесь как я шикарно. Ох, когда я одеваю этот наряд, это вообще просто супер шикарно. То есть, знаете, вот это моя вот эта одежда, вот это все, там золотой пуховичок, и вообще платье золотое, а какие вот эти вот у меня эти белые леггинсы с золотом, и в общем все такое вот это вот на макияже. Ну просто вот это, просто супер красота. Вы понимаете, чтобы заснять такую красоту, понимаете, у меня вот уборка, мне нужно полы мыть. Ну, может быть, не сегодня, полы мыть, а белье постирать, понимаете, вот это вот. Белье в машинке постельное постирать, все это перестелить. Полотенце постирать, вот это, как там, обувь перемыть, одежду постирать, полы помыть. Еду приготовить, посуду помыть, я вручную это делать. У меня еще ванна в стадии ремонта. Мне если нужно, знаете, ванну, понимаете, вот это там сделать, чтобы это более там у меня шикарно было, подкрасить краской и вообще там отмыть ванну. Все это, все, понимаете, сама делаю. Это в Америке я ничего не делала, я занималась только 4 года, там все было сделано, понимаете, мне надо было в органик-шоп съездить на Хаммере, закупить то, что душа желает, и я могла сидеть в моем гамаке на 56 Skin Road, и там вот это вот, знаете, там или на воздухе, или дома, читать книги позитивные, писать мою книжку, понимаете, да? Вот я читаю мой семинар с компьютера, мой американский 2007 года. Ну, анекдот мы пропустим, дальше я подарю анекдот. Ну что, ближе к Инстаграму? Или такие вот улыбок позитива, с таким самым маленьким актером, с таким вот улыбок, это все.
так выглядит. Вот смотрите, понимаете, вот я вот этот вот завтрак, понимаете, у меня вот это завтрак я вот приготовила. У меня сейчас вся посуда грязная. Понимаете? Палец у меня болит, палец треснул, палец лечу. Мажу кремом. Вся посуда грязная. Посуду надо мыть. Белье стирать. В комнате там нужно убраться. Обед приготовить. Если все это делать, это будет к вечеру все готово. Но не к вечеру, понимаете, будет уже темно. А это нужно под душем помыться, макияж, красиво одеться. А кто все это будет готовить, убирать, понимаете, вот это вот. У меня вся посуда грязная. Понимаете, в принципе, я как, знаете, мой такой гранд-ресторан, я мою потом, вот она вся грязная, у меня посуда стоит. Я мою ее позже, как бы сразу, позже мою. Вот. Я не то, что я жалуюсь, понимаете, я не жалуюсь, я просто объясняю. Вот мне нужно буфет, нужно это вот, это буфет, это протереть, тут как-то вот это вот.